Ребят, всем привет! Как вы знаете, стоимость биткоина уже опять достигла 60 тысяч долларов. Эфир сейчас в районе 3800-3900 колеблется. И в этих условиях все-таки успела себе отхватить видеокарту AMD, вот Radeon 6600 XT. Ну, тут, понятно, поддерживает Full HD, 8 гигабайт памяти, PCI 4.0. Так, что еще можно увидеть из полезной информации у нас на коробочке. Так, отсвечу цвет. Система охлаждения активная, видите, три вентилятора, по-моему, 80 миллиметров каждый. Так, DirectX 12. Так, 7 нанометров, видите, чип построен на техпроцессе 7-нанометровом. Так, что еще я вам хотел сказать? Так, да, выходы, значит, 2 HDMI и 2 DP. Так, на этом все. Давайте теперь распаковывать. Да, видеокарта большая. Не в каждый этот самый системный блок она поместится. Поэтому, когда покупаете, учитывайте ее размеры. А то вам системный блок придется вырезать. Так, тут всякие гарантии. Так, гарантия на 3 года. В общем, макулатуру убираем в сторону. Поставляется вот в такой вот коробочке. Все. Как этот в поролоне. Так, итак, открываем саму видеокарту. Смотрим на нее. Так, видим 3 вентилятора для активного охлаждения. Гигабайт, я так понимаю, тут на ней RGB подсветка есть. Так, вот эту пленочку надо удалить. Все-таки она будет мешать. Как бы RGB подсветка мне 100 лет не нужна. Но все лишнее на видеокарте это лишнее. Так, снимаем защиту для подключения. Ну, это когда буду устанавливать, включу. В чем, значит, преимущество данной видеокарты? Она для своего питания только требует 8 пин. Смотрел я другие видеокарты. Даже там на 10 гигабайт, 11, 12. Они, конечно, там помощнее, но они требуют дополнительного питания. Там либо 8 пин плюс 6, либо 8 плюс 8. Это же обходится просто 8-пиновым питанием. Вот и в этом ее основное преимущество. Потому что, ну, если там будет видеокарта 8 плюс 8, моего блока питания уже не хватит. А это как бы как раз оптимальный для меня вариант. Так, кто интересуется, для майнинга эфира она выдает 32 мегахэша. Ну, для других криптовалют не знаю, как бы, сколько она выдает для майнинга эфира классического или найсхэша. Не замерял. Ну и как бы этой информацией не интересовался. В общем, ладно, ссылочки на данную видеокарту будут в описании. А так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.